Летит. Кот-котка! Все, все идем от попугая, идем. Что-то за ним идем. Все, пошли. Кеша. Кеша хороший. Кеша молодец. Ой, как мы ходим. Хвост распушил. Это памперсы. Смотри, как хвост распушил. Идет. Не идем. На. Стойте. Подожди. Давай, татуа. Кеша, поправляй. Иди помогай. Да понимаешь, что татуа? Понимаю. Угу. Ну и как тебя, господи, сзади жжет? Так. Помогай, давай. Помощничек. Одни помощники. Угу. В доме. Татуа, конечно, господи, полный татуа. Но, Кеша, после этого я хочу сказать одну вещь. После двух обезьян, понимаешь, это совсем не то же самое, как после четырех. Это я тебе точно могу сказать. Да. Понимаешь? Потому что четыре гамадрила. Я тебе что хочу сказать? Четыре гамадрила нет ни у кого дома даже, понимаешь? Угу. Вот. Я бы хотела, чтобы наши подписчики написали, понимаешь, да? Иди ко мне. Если у кого-то, да, четыре гамадрила дома, да, не надо к папе. Иди наверх ко мне. Вот. Поэтому скажи, я тебя целиком понимаю. И тебя тоже. Потому что четыре гамадрила дома, да? Три какаду, четыре гамадрила, да, еще два попугая, еще кот. Это многовато, чтобы всем жить дружно. Но мы, скажи, как-то умудряемся, да? Вон, все, обезьянки пошли, все. Скажи, теперь время попугая. Да? Да. Время попугая. Да. Иди сюда. Что, здесь будешь выходить? Ну, давай, я здесь выпущу, давай. Угу. Давай, открою, иди. Кеша. Иди. Подожди. Иди. Выходи. Ну, туда-сюда. Все, туда? Туда-сюда, давай. Ну. Что мой любимый хвост такой у тебя красивый. Так, Кеша, на папу на сторону не смотрим, да? Что мой любимый? Что мой орел? Мой орел. Мой. Моя любовь. Да. Ты тоже хорош. Ну, выходи. Как кота зовут? Бася, иди сюда. У меня уже, понимаешь, от этих вот от кличек, от всего. Иди сюда. Не смотрим на папу, не смотрим. Давай поговорим. Теперь у нас есть время поговорить. Кеша. Да, вот так тоже. Ты бы, кстати, уже мог научиться у него. Он каждый день, понимаешь, Кеша, каждый день запоминает 2-3 слова. То, что он на камеру еще не говорит, да, это ни о чем. Но когда мы с ним разговариваем без камеры, понимаешь, а ты не хочешь. Ты же талантливый, ты же красивый, ты же танцор.
Понимаешь? Диско. Поэтому надо разговаривать, разговаривать. Я вас для чего? Три человека. Ой, это папа идет. Да. Закрываем дверь. Папа не выйдет. Он не может. Молодец. Да, папа. Папа, ты вниз пойдешь? Папа, все, теперь наше время. Да. Татуа полная. Все, мы теперь можем, да. Папа, мухикию нам принести. Вот. Да. Кирюшу можно принести. Да. Басять, иди сюда, иди, Бась. Все, одни попугаи остались, иди. Угу. Позови Бася. Кеш, он знает уже всех, друзья. Все имена, всех знает. Говорит и Бася, и Маня, и Тося, и Жоя. Рита не говорит. О, Рита не говорит. Влад не говорит. Да? Угу. А так вообще, конечно, страшно талантливый птиц, да? Что значит Ольга Ивановна? Тоже целый день там разговаривает, но когда мы его забрали от Ольги Ивановны, он говорил совсем немножко срок. Но, иди сюда, иди. Да, татуа. Но он уже понял, как. И... В чем дело? Выходи, иди сюда. Выходи, татуа. Тебя ждут, зовет. Вон, говорит, выходи. Татуажник говорит, да. Алло. Алло, алло. Звони. Алло, алло. Ну? Кому будем звонить? Так, давай я эту закрою. Угу. Ох. Как, скажи, ты хохотался, да? Как в том кино «Мимино». Скажи, я так хохотался, да? Ой, ты мой хороший. Ты мой красивый птиц. Да, нам уже надо с папой ехать домой. Папа уже там замучился работать, да? Пока я тут с вами. Татуа, татуа. Угу. Татуа, да. Так, Жоечка, тебе надо вернуть твою посуду. Да, татуа, татуа. Посуду надо вернуть. Надо тебе насыпать всего. Да, надо подвести. Бася, ты где, Бася? Бась. Жо, я понимаю, что это пустая. Скажи, ничего нет. Обезьяны все забрали. Тут, конечно, тоже полно. Сейчас мы в ад уже едем. Так, открывай, Вать, наверное, я тебе Жоечку. Так, иди от папы. Иди от папы. Давай. Я его Яша. Организую. Ага, подожди, забирай. Жоэл, только закрыть надо. Кеша. Жоэл, ой, ну слава богу. Наконец. Вот что значит, скажи, слово и птицы. На птицу действуют. Лекцию прочитала? Да. Все, давай. Папа идет. Раз. Полетели сквозь ели. Занавешенные огнем. А, вон Бася. Все. Я сейчас тебя покормлю. Одна Кира не погуляла. Сейчас будет делать Кира.